Беларусь осуществила опережающий авансовый платеж за поставку российского газа. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич. В октябре на уровне правительств Беларуси и России достигнуты принципиальные договоренности и определены конкретные механизмы по решению проблемных вопросов в нефтегазовой сфере. Однако их реализация затянулась. И сейчас Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении сложившейся ситуации, в связи с чем в качестве первого шага и жеста доброй воли осуществила опережающий авансовый платеж за природный газ. Беларусь рассчитывает на ответную добрую волю российской стороны в виде скорейшего восстановления объемов поставок нефти в Беларусь, определенных действующими межправительственными соглашениями. Одновременно Беларусь надеется, что российские партнеры начнут практическую реализацию принципиальных октябрьских договоренностей, включая вопросы условий поставки в Беларусь природного газа.